Продолжаем наш выпуск. Владимир Ружицкий встретился с Союзом промышленников и предпринимателей Люберец. В ходе рабочего визита глава муниципалитета поговорил с представителями бизнес-сообщества об их работе, актуальных проблемах и наболевших вопросах. Вот есть человек, когда он хочет, у него есть таланты внутренние и желания, он все решает. И деньги находит, и все остальные вопросы. Поэтому можно только порадоваться за людей, за коллектив, который здесь собран здесь. Надо, конечно, в этом мире устоять, потому что я сказал, 21 век – это будет век жесточайшей конкуренции. Во всех смыслах. Подобные встречи членов Союза промышленников и предпринимателей с местными властями уже стали традицией. Их цель – обмен опытом в части организации и управления производством и бизнесом. Добавлю, Союз представляет и защищает интересы бизнесменов, проводит общественно-правовые экспертизы законодательных и нормативных актов, консультирует предпринимателей. Кроме того, компания занимается поддержкой инновационной деятельности, технологиями, патентами, ноу-хау и помогает внедрить все это в производство. Мария Лапчева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.